Мелодрамы о стамбульской элите, исторические драмы эпохи Османской империи, мыльные оперы. Турецкие сериалы пользуются большой популярностью не только в стране, но и за рубежом. Дистрибьюторы телевизионного контента уверены, все дело в том, что сериалы интересны широкой аудитории. Наши сериалы подходят для семейного просмотра, поскольку в них нет насилия и ненормативной лексики. Во многих странах их также показывают в прайм-тайм, что увеличивает экспорт турецких сериалов. Турецкие сериалы способствуют и развитию туризма в стране. Большинство телевизионных драм снимают в Стамбуле, и многие местные туроператоры не упускают возможность показать клиентам те самые места съемок. Рекламные кампании с использованием атрибутики известных телесериалов привлекают гораздо больше туристов. В этом году одну из площадок, где снимали телефильмы, уже посетили 40 тысяч человек. Многие туристы хотят посмотреть известные достопримечательности, такие, как дворец-музей Топкапы в Стамбуле, где снималось множество исторических драм. И это здорово помогает развиваться туризму в стране. Я надеюсь, что наша история и культура станут еще популярнее. В прошлом году турецкие сериалы посмотрели около 750 миллионов человек в 170 странах. Больше всего они привлекли поклонников из стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Балканского полуострова.